Перед вами номер во втором корпусе санатории Амра, Гагры, Абхазия. Особые комментарии не нужны. Вот сами смотрите. Потолок забеленный там, где была протечка. В остальном месте не надо. Ободранные отлетающие обои. Столетняя мебель. Окно. Замечательный просто холодильник, все остальное на уровне. Вот такой вот балкончик. Красота неописуемая. И вот это вот роскошь. Стоит 1200 на человека вместе с питанием. Питание столовское, даже не передать словами. Голодным, конечно, не уйдешь, но, мягко говоря, не очень. Шифонеры тумбочки, видимо, разлагаются изнутри, потому что запах просто невозможный. Ну, пожалуйста, санузел. В общем, люди, не приезжайте в санаторий Амра. Никогда.